Так, короче, захотелось сыграть новую катку. Вот эти 5 созданных раз, 4 злых. Одна вроде как хорошая, которая у меня бастионом была с ребятами. Так, ну создадим расу. В этот раз я хочу, значит, чтобы у меня был, ну, пускай гуманоид будет. Короче, это будет коллективный разум. И я хочу, чтобы был поглощающий рой. Вот, при этом попробовать взять становление кризисом космогенез. Как у какого-то англоязычного чувака смотрел. Там какой-то баг с мозгами делает или что, и там наука. Ну и кризисы поставить. Не знаю насчет государств, какое количество ставить, и не знаю какую галактику, но сейчас посмотрим. То, что бури я выключу, это стопудово, потому что они не такие интересные, на них внимания сильно много не обращаешь. Может быть, какой-то маленький процент для квестов поставить, чтобы квест какой-нибудь появился. Короче, название расы. Чихба будет. Множественное обчихбы. А, прилагательное обчихбский. Вот. Биография. Однажды у расы гуманоидов появилась неизлечимая болезнь под названием обчихба, и они стали пожирать все живое, чтобы выжить. А с выходом в космос это стало жизненной необходимостью. Вот такая вот история. Так, имена. Так, форпосты какие-то. Так, коллективный разум. Юркий бегун, вот это угарно. Поставим. Так, признаки потом. Планета. Апчхи. Родной мир. Название звезды. Чихия. Стартовая система. Пускай тройная будет. Насчет мира не знаю пока. Внешний вид. Бернетик, некроид, таксоид. Пускай гуманоидский будет. Так, вот такой рой. Так, происхождение. Так, по времени пока с происхождением надо вот это. Гештальт. Коллективный разум. Так, где-то поглощающий рой подключить для начала. Так, сила легионов, поглощающий рой. Что он нам дает? Наш коллективный разум существует лишь для того, чтобы поглощать и становиться сильнее. Мы будем собирать всю доступную биоматерию и эволюционировать, чтобы поглотить галактику. Нельзя вступать в дипломатические отношения с другими государствами, недоступен галактический рынок. Голод является поводом к войне с другими государствами. Поселения чужаков всегда поедаются.
Социологические исследования даются за геноцид поселений чужаков. Так, расход влияния, здоровье корабля больше, обшивка брони, восстановление, урон армии плюс 40, биология на 20% быстрее исследуется, стоимость строительства минус 25, вместимость 33. Смотрим, какой признак гражданскую модель вторую выбрать. Так, органическая переработка. Пища в сплавы. Может быть, взять. Не знаю. Почитаем дальше. Станции слежения. Вместимость флотилии аж 15%. Так, возвышение. Размер государства. Ну, мы будем расширяться. Сила легионов. Что это? Урон армии. Ну, это наземная, которая не особо интересна. Темп физических исследований. Государство от поселений. Так, сконцентрированная воля. Ну, интересно, в принципе. Так. Трутни культисты. О, скорость прироста, содержание. Вот это интересно. Ресурсы от видов деятельности. Так, родной мир имеет два непригодных квадрата. Дополнительные стартовые технологии для расчистки непригодных квадратов в родном мире даются как дополнительные варианты исследований после колонизации. Бонус за стремление господства над природой заменяется на планетарное решение культурное обустройство планеты. За каждый непригодный квадрат на колонизированной планете. Ага, ресурсов меньше. Так, ну это не очень. Так, мегасооружение, улей пустоты. Добывающие научные станции. Отсутствие технологии для добычи ресурса снижает его выход на 75%. Ну, это не очень интересно. Так, ну и что же взять? Автономные единицы. Так, приспособленность. Стоимость терраформирования, скорость терраформирования. Доступны колониальные корабли Ковчег Генезиса. Этот коллектив посвятил себя управлению и развитием новых видов. Он считает себя куратором хода эволюции и выделяет части своих планет под развитие предразумных форм жизни. Так, единый разум — это единство у нас. Так, серое вещество объединенных в группы трутни обеспечивает не имеющие аналогов дублирования, что ускоряет изучение наук коллективным разумом. Свободные трутни также производят очки исследований. Звездочеты — это не очень. Исконное строение. Вот это, в принципе, можно было бы взять, но тогда у нас недоступны все пути возвышения. Но нам они и не нужны, наверное. Потому что копаться, сидеть в признаках мне не так интересно. Вот это, так, там только генетическое возвышение у Роя есть.
Невозможно модифицировать органические расы. Нейроархивы. Общий фонд знаний. Органическая переработка. Взять исконное строение. И признаки выбрать. Вот их 7 штук. Очков 5. Так, что им брать? Инвазивные виды — это у нас грибовидные. Так, расточительные, бережливые. Квои. Так, вредоносные. Каждое поселение в статусе раба или выше производит экзотические газы. Так, рост поселения во время войн, кризисов. Взять. А сколько лидер у нас живет, интересно. Так, ну почтенные возьмем. Отвратительные. Что там еще? Использование жилья. Ну, слабые точно брать не будем. Пускай сварливые лучше будут. Так, ну раз социология, это взять можно. И что-то еще на единичку. Ну вот одаренные взять. Короче, не знаю, натыкал, набрал. Ненасытный улей, голос советника. Пускай поприятнее будет какой-нибудь. Так, название государства. Так я вроде назвал. Да. Флаг. Какой флаг им выбрать, интересно. Лапку возьмем. Так, внешний корабль. Мне кибернетик нравится. Остальные почему-то цвет не берут флага. Может и берут, но... Пускай кибернетик будет. Так, правитель.
кто у нас будет правителем. Обчербует мужик. Босс. Вот. Биография. Первый зараженный болезнью Чихба. Да что такое? Стал правителем остальных зараженных. Цвет, да? Самая обчихбовская одежда. Чёска. Короче, не знаю, пускай какой-нибудь будет. А кто у нас он будет? Командир какой-нибудь? Вместимость флотилии взять. Пускай вот так вот. Так, и самое главное, происхождение. Так, это все не подходит. Осколки прошлого мне интересно. Тепличные. Жители пустоты, кольцо, отпрыски. Не гештальт, древо жизни. Древо жизни — это не для роя. Там где-то ненасытные ули есть, там, по-моему, можно происхождение такое выбрать. Потерянная колония, судный день, гегемон, некрофаг. Признаки расы некрофаг. Это не очень интересно. Это какие-то это. Эта цивилизация развивалась как паразит, вынужденная питаться другими разумными формами жизни, чтобы существовать. В принципе, для отыгрыша как бы и подходит. После появления на галактической арене другие расы будут либо вовлечены в нее, либо станут ее пищей. С другими расами возиться неохота. Лучше всех ассимилировать. Поглощать. Дракон. Дети подземелья. Вот улей прародитель. Этот улей получил эволюционное преимущество благодаря частично автономным лидерам. Эти отпрыски повышают эффективность, но за ними нужен постоянный надзор. Какие-то там пулс-бассейны заменяются на гнездо отпрысков, наверное. Доступное владение гнездо отпрысков. Если не выбрана гражданская модель, поглощающий рой сектора. А, сектора можно отделить в качестве подданных. Если выбрано, то нельзя, наверное. Назначенные лидеры получают больше пассивного опыта. Доступны сооружения. Космическая база дозор отпрыска. Можно строить корабли отпрысков. А что дает-то это вообще? Что-то не очень.
Катапульта, учителя покрова. Расплата, рыцари. Разогнанные. Разогнанные это про генную модификацию все. Сброшенные оковы нельзя. Страх темноты нельзя. Это нельзя. Кибернетический культ. Спиритуалисты должны быть. Приразломный мир. Это разлом. Тут поглощающий рой нельзя. Тут что-то про космическую фауну. Синтетическая репродуктивность нельзя. Дуговые сварщики и охотники за бурями остаются. Охотники за бурями не могут поглотителями, поборниками и экстерминаторами быть. Остается что, улей? Континентальный мир. Мне казалось, было происхождение, где дается рой изначально. Точнее, мир родной планеты Улей. Ну, потом в будущем, я думаю, в игре там можно сделать, терраформировать все в улей. Так, сохраняем. Апчихба, готово. Так, галактика, значит. Огромная. Так, кольцо спиральное, так, со спицами. Пускай со спицами будут какими-нибудь и государства. Не знаю, поставить 5 те наших появится, десяток поставить. Развитые ИИ нам не надо, угасшие. Пятерка, пусть все будут. Все сожрем мародерские. 3. 3 это максимум. Там их вроде как я читал 3 разных вида. Стоимость, как обычно, низкую. Ну, пригодных миров строить много, я думаю, смысла нет. Хотя можно поставить, чтобы все миры были. Чтобы дофига было миров, будем заселять все. Нам это как раз надо. Досветовые и предразумные. Не знаю, можно с ними что-то делать. Наверное, только исследования. Слишком много будет с ними общения. Отключить их. Они не такие интересные. Тяжесть кризиса. Не знаю, ну поставим единичку. Тип кризиса все. Середина 2600, это 400 лет. Финал 3000. Победа отключена. Сложность курсант, чтоб там никаких. Короче, никаких слишком изменений не было. Так, модификатор сложности, стоимость технологий. Агрессивность низкая, расположение случайное. Развитые соседи не надо. Гиперкоридоры. Ну тоже не знаю. Пускай максимум будет, а чё париться. Я пока еще не прочувствовал, что это значит. Там где-то запираться, типа, не знаю. Заброшенные врата.
стандартная, пускай единичка стоит. Червоточины тоже единичка. Пригодные два. Караванщики. Это, короче, торговцы. Они доставучие, неинтересные. Выключить их. Или врата. Пускай будут. Бонус за стремление совместимо с чужаками. Это типа с ними размножаться тоже не надо. Так, теперь вероятность бури выключить в начале. Вероятность в середине выключить. Вероятность в конце. Хотя почему? Давай в середине одно. В середине половинку, в конце одну. Так, начало игры, максимум бурь. Выключить. А, подожди. Середина игры, максимум бурь. Две пускай, максимум бурь в конце. Давай три. Перезарядка бурь. Ну, это типа, наверное, если X1, то год, а если X5, то 5 лет. Может быть, это я так предположил. А так не знаю. Пускай так максимум стоит, чтоб не часто были. Ну, и все, и нажимаем. Так, ну и позырим, что у нас тут сгенерировалось. Значит, правитель. Хоть бы подписывали, бессмертный он, нет. Где возраст у него? Ничего не ясно. Командир. Ненасытный улей. Гештальт сознания. Рост усталости от войны нет. Меньше на минус 20%. Так, влияние, шифровка. Исконное строение. Коллективный разум. Эта раса состоит из полуавтономных индивидуумов, синхронизированных с единым невообразимо огромным сознанием. Не знаю, для кого я взял вот это продолжительность жизни, ну ладно, пускай. Содержание лидера меньше. Использование благ, единство меньше и использование благ больше. Происхождение. Улей прародитель. Вначале был прародитель. Жизнь на мире Апчхи была суровой и беспощадной к слабым. Но могучий прародитель сумел расширить свои владения. Вскоре территории стали столь обширны, что контроль над ними стал невозможен. И тогда прародитель сотворил первого отпрыска. Со временем стало ясно, что отпрыску не справиться одному. Он сотворил дронов чернорабочих, призванных помочь в освоении нашего дома. Когда мы совершили первые робкие шаги в системе Апчхия, прародитель создал для себя особое гнездо. Благодаря усиленному контролю и строгой иерархии, мы готовы распространить влияние прародителя на все звезды галактики, ибо прародитель был, есть и будет, а Апчхи бы об этом позаботиться. Классно. Так, тут какой-то лох сидит у нас.
О, пропажа отпрыска. Ничего не понял, что это означает. Ну ладно, лидеры. Так, у нас, значит, есть. Это что? Это он сидит, уплотняет планеты, прирост опыта. Этот командует флотилией. Обучая прощупывай. Нормальное название. Обчихбойт — это наш правитель. О, коллективный разум. Продолжительность жизни лидера бессмертен. Не учитывается при подсчете количества лидеров. То есть он мега крутой. Вместимость флотилии 5%. Интересно, на флотилию его можно посадить? Сейчас попробуем. Стратег. Так, что у нас есть? Одно жилье. Научные лаборатории. Минералы в единство. Гнездо отпрыска. Пища или минералы блага в сбор поселений. Гнездо — это получается сбор поселений. В гнезде отпрыска могут собираться только расы, обладающие коллективным разумом прародителем. Геномный охранный садок. Это чё? Так, расчистки у нас пока нет. Я так считаю, все автоматизировать. Автоназначение-то можно включить? А, ну она сама будет включаться. Пускай, посмотрим, что будет строить автомат. Теперь флот. Корвет отпрыска. Так, флот. Можно ли поставить... Нет, правителя нельзя поставить, получается. На исследованиях сразу все на автомат поставим. Неохота внимание обращать на это. Так, потом... Что у нас тут? Верфь, солнечные панели. Разобрать, построим еще верфь. Так, стоимость содержания, ладно, пускай будет. Так, ну и значит, прощупывай. Значит, лимит ученых у нас 3, чтобы быстренько все разведывать. О, где-то в середине появились. Что, пойдем вверх, наверное. Это получается спицы такие.
Ну, вот эту спицу первую будем исследовать, наверное. Изобильный собиратель. Так, строить. Что нам в первую очередь добывать надо? Поселение хавает пищу. Один. Поехали изучать. Хотя нам с планетами надо и быстрее колонизировать. Тропический, океанический, континентальный. Сразу еще корабль. Минеральчиков немножко надо. Так, традиции пошли. Так, что же нужно? Возвышения никакого нет у нас. Что же нужно для роя? Адаптация. Использование жилья, это как раз у нас избавит от признака нашего. Бонус за стремление понятно. Приспособленность. Стоимость переселения. Так, господствует она что? Процветание, расширение. Так. Содержание сооружений, районов. Так, открытие, расширение. Открытие, наверное, всегда надо первым брать. Мы же изучаем. Так, встреча, короче, понятно. Первый контакт. Праймая непрерывность. Матрица хранителя. Это смотрители какие-то. Ну, это угасшие, короче.
Обнаружена биологическая цивилизация. Запуск протокола хранения 46 под программу Альфа-8. Следует сообщение. Приветствуем вас, разумные органики. Вы приближаетесь к территории праймой непрерывности. Эти системы служат убежищем для разумных органиков, которые скрываются от угрозы. Для ходатайства о предоставлении статуса беженца обратитесь к центральному процессору. Все разумные органические виды приветствуются здесь согласно пригодности и необходимости. Внимание на враждебные действия по отношению к беженцам или системам охраны. Последует реакция с использованием всех возможных военных сил. Будем следить за вами. Наши теоретические модели уже давно предполагали существование других разумных цивилизаций в нашей галактике. Теперь эта теория подтвердилась. Инопланетное политическое образование, которое мы обнаружили, кажется старым и обладает гораздо более продвинутыми технологиями, чем мы. Рекомендуется проявить осторожность. Хранители знаний. Это у нас материалисты. Ультурские хранители знаний. Да-да, мы все это уже слышали. Мы ультурские хранители знаний. А вы, стало быть, Апчихба. Привет. Приятно познакомиться. Держитесь от нас подальше, а не то вас постигнет ужасная кара и все такое. А теперь, извините, у нас вообще-то дела. Так, завершил строительство. Научный корабль строим. Так, первый контакт. Давай. Пускай контактируют. Так, что-то построили. А, это мы верфь построили. Ну, через управление флотилиями будем. Нафига нужен корвет отпрыска вообще? Так, очередь строительства. Давай верфи посмотрим. Проект был автоматически создан с учетом новейших технологий. Что у него вообще, отличия какие? Здоровье 300, урон 7, скорость, маневренность, щиты, дедальность. Так, а корвет? Ну, то же самое, только послабее по здоровью, этот посильнее. Так, традиция пошла. Скорость изучения. Так, нанимаем сюда. Ну, блин, опять копить. Так, что у нас там есть? Аномалия. Скорость изучения. Вот это на скорость изучения брать. Вот там блоки самостоятельно очищают. Так, мы ученого пока наймем. Вот это на скорость изучения. И отправим сюда. Ну, вон они в этой спице расположились прям рядом. Кстати, надо посмотреть сразу в бонусах за стремление, открыт у нас космогенез или нет.
Мастера-строители, соперник, защитник. Вот космогенез. Три бонуса. Короче, три бонуса. Выберем каких-нибудь. Понятно, что это не скоро будет, но... Так, что они строят? Сплавлитейные заводы, офигеть. Так, это у нас Уч 2. Так, ученых буду обзывать, нет? Первый Уч. У этого тот же самый признак. Это будет второй Уч. Так, поехали, что там? Лимит ученых. Токсичный кандидат на терраформирование. Но это пока мы, я не знаю, скоро изучим, нет. System survey complete. Так, система изучена. Ну и аномалии, соответственно, сразу изучаем. Так, тут две штуки есть. Так, как они называются-то у нас? Помехи и знаки на поверхности. Так, что выбрать дальше? Программы совета. Так, терять опыт, это нам пока не надо. Отрицательных черт у нас нету. Скорость изучения по-любому надо брать. Так, дальше. Научник строить. А это чё? Так, отдыхает, да? Мы его быстренько с форпост строить тут. Колонизировать еще надо. Так, это кто? Узел роста. Скорость строительства кораблей, стабильность. Давай динамический рост выберем. Че, он городской район-то будет строить, нет? Жилья вон нет. Может ему помочь? Санифицированная наука. Экипажу корабля АБЧ-УЧ-1 удалось выделить сигнал из необычных помех в системе Фалаз. Это песня, точнее говоря, сложная санификация математического уравнения повышенного порядка, которое ведущий ученый Первый Уч, похоже, никак не может выбросить из головы. Кто сочинил эту песню, неизвестно, хотя ее сложность подразумевает невероятный уровень технического развития с точки зрения подпространственных гармоник. Геодезические данные сигнала указывают на то, что его источник находится за пределами нашей галактики. Так, это кто? Командует Ребуч-1. Скорость изучения. Вероятность обнаружения аномалий. Давай на аномалию возьмем. Так, это что? Узел Легион.
Содержание указов, скорость выполнения программы, вместимость флотилии возьмем. Так, традиция. Подожди, ученого наймем. Скорость изучения аномалии. Так, обычаи учтри. Так, как там я называю их? Третий уч будет. Так, мы отправим изучать аномалию. Как она там называется? Древнее укрытие. Пускай изучает. Так, традиция потом появится. Так, насчет колонизаторства. Сейчас будем колонизировать. И насчет планеты. Давай-ка райончик строй. Это что за фигня? Так, это управляет... А, это главный правитель наш. Апчихбабос. Вместимость флотилии. Пока не сильно надо. Урон от орудий. Давай возьмем военный разум. Упорядоченный сигнал. Короче, какие-то чужие, мы с ними связываемся. Так, традиция, поехали. Научные станции производства на 20%. Исследования от строительства космических баз на 20%. Давай прирост опыта возьмем пока. Так, это кто? Регуляторный узел, типа чиновник. Стабильность. Внедрение. Ну, внедрение не очень интересно. Давай программу совета. Так, скрижали чужаков. Примерно 5000 лет назад кто-то воспользовался лазером орбитально добывающей станции, чтобы украсить поверхность планеты Фалас 6 письменами. Теперь эта планета представляет собой небесное тело, северное полушарие которого в подробностях повествуют о превратностях жизни инопланетного наемника. Отлично. Так, изучил. Теперь отправим тебя куда? Давай ближе к центру поизучаешь. И сюда. Так. Изучаем. Одно осталось. Так, что у нас по лидерам? Три из четырех, еще одного можно строить смело. Ну и строительный, наверное, еще один пригодится. Так, закрываем, значит, традицию. Берем первый бонус. Что у нас будет? Значит, похищать жителей, это нам не надо. Расход влияния, вот это было бы неплохо, учитывая, что нам расширяться быстрее надо. Сейчас подумаем. Но пока что, может быть, не надо. Потому что пока что влияния хватает. И ресурсов не так много. Пока что это нет смысла. Изучение самое крутое, что можно брать вначале. Мне так кажется. Единство тоже, ну, в принципе, круто, но... пока тоже не особо надо.
господство над природой, имперская прерогатива. Фонд указов. Надо технологический подъем брать. Так, какие-то еще уроды. Стагнационный режим. Ксенофилы. А чьих бы? Вот радость-то. Мы думали, что еще несколько веков не увидим вас в космосе. А мне так и вовсе казалось, что вы друг дружку перебьете задолго до того, как выберетесь из своего гравитационного колодца. Но так даже лучше. Мы, конечно, за вами будем следить. Так, строитель, уважаемый. Давай-ка, добывающий. Потом научную. Когнитивный узел. Это у нас исследователь, типа. Коллекционер, минералы. Стабильность, блага. Давай коллекционер. Пускай коллекционирует. Минералы хоть увеличатся. Так, изучил систему. Но тут у нас изучает. А мы тебя дальше отправляем туда. Вот тут еще планетка. Кстати, насчет колонизации. Пора же заселять. Апчихия. Как наша планета называется? Апчхи. И, короче, будем нумеровать их. Апчхи, допустим, столица. Так, давай поближе сюда. Посмотрим. Тропические поменьше. Этот в первую очередь будем заселять. Счастье, приспособленность. Колонизируем. Так, называть колонию. Апчхи 2. Океаническая. Так, теперь тут пригодность побольше. Пища. Надо учитывать особенности планеты. Ага, нету сплавов. Ну, пускай этот пока строит. Колониальный строит. Так, этот изучил. Так, научный кораблик. Ну что, нанять его? Давай нанимаем, что ждать пул лидеров. Уч 4. Уч 1. Уч 2, уч 3, уч 4. А этот будет, как я их там называю? Это будет четвертый уч. Четвертый уч. И куда его отправим? Давай куда-нибудь сюда. Так, что у нас на столице? Район строится. Ну, чтобы ячейки вот эти освободились. Хрупкая оболочка. Адаптивность. Так. Содержание района. Скорость строительства. Давай строителя возьмем.
Так, это кто? Это второй уч. Так, единство это для губернатора. О, вероятность аномалии будем брать. Так, сколько там сплавов надо, чтобы колонизировать? 150. Сейчас вторую планетку начнем колонизировать. Так, 2 есть, 3. Тропический. Так, особенности планеты какие? Значит, здесь инженерные, значит, научное что-то надо ставить. И социологические. В название, думаю, прописать потом колонии. А здесь содержание поселения на пищу меньше. Короче, сельский мир специализировать надо. Так, осмотрительность. О, ремонт нам надо брать по-любому. Хотя хитрость тоже интересна. Давай ремонт возьмем. Вот так и доверяй компу строить. Преступность всякая. Вон, безработники. Жилья нету ни хера. Строители. Так. Короче, с чужими что-то... Пускай продолжают читать, мне интересно. Уже как появится, так и будем решать, что с ними делать. Континентальный мир. Так, форпост строим. System survey complete. Так, переместимся заранее. Хотя нам сюда не надо, нам сюда надо. Чтобы колонизировать сразу. Так, первый корабль пошел. Так, а если ты изучил и аномалий нету, то дальше. То дальше изучай. System survey complete. Так, тут есть аномалия. Поэтому изучаем. Так, это он строит уже. И будем колонизировать. О, обчихба растет. Добывающие в первую очередь, потом научную. АБЧ начинай. Нормальное название для корабля. А это что? АБЧ заселяй. Просто хорош вообще. Ой. Это где? А, это здесь. В ходе исследований на поверхности планеты Нембус 5 ведущий ученый Первый Уч с командой корабля АБЧ Уч-1 обнаружил
обработанную скалу, покрытую непонятными надписями. До сих пор считалось, что эта планета необитаема, поэтому для нас загадка, откуда они взялись. Мы собираемся поработать над расшифровкой текста. Особый проект. Это то, что нам нужно. Особый проект. Вы чё? Журнал. И особый проект. Исследуем. Это он же, да, исследует, да. Так, чё? Тут у нас континентальный мир есть. Тоже строим базу. Так, сюда колонизировать. Так, 150 надо сейчас немножко подкопиться. Так. Апчхи. Значит, 2, 3 есть, 4. Континентальный. Особенностей никаких нет. Место раскопок. Это то, что я хотел. Туда пойдем сейчас. Так. Изучил. Отдыхаем, да? Апчих бы основывают первую колонию. Наш колониальный корабль мягко приводнился в океан, занимающий большую часть планеты Апчхи Океаническая, неподалеку от побережья крупного архипелага. Эти плодородные острова как нельзя лучше подойдут для первого поселения. Корабль был поставлен на якорь и превращен в административный центр колонии. С него будет снят реактор, и этого хватит, чтобы на первое время обеспечить поселенцев электричеством. Сотни палаток и сборных домиков выросли в одночасье на островах вокруг корабля, когда его наконец начали покидать колонисты. Это первый город, который Апчихбы строят в новом мире. Великий день для Апчихба. Лично. Так, куда изучать? Сюда давай. Так, погоди, у нас тут что, станция? Станция, корабли, база. Пропуст. Звездный порт. Пропуст. Так, традиция. Что следующее берем? Значит, нам надо на колонию что-то. Ну, расширение, наверное. Но тут на орбитальное поселение. Так, тут что? Расход влияния на базу, это нормально. Колонии с одним дополнительным поселением. От систем, от планет. Короче, берем расширение. Так, указы давай посмотрим. Так, но обучение точно возьмем. Единство, у нас прирост, конечно, маленький, поэтому... Хотя составление звездных карт было бы здраво взять. Тогда прирост будет маленький. Пускай лидеры пока учатся побыстрее. О, добыча. Главный мастер Корп, сын Анака какой-то. Конь какой-то. Трупы мастеров. А нахрена они нам нужны? Гость, воистину радостное событие. Ох, простите мои манеры. Полагаю, необходимо представиться. Мы трупы мастеров. Мы посвятили свою жизнь занятию изобразительным искусством, музыкой, культурой и всеми прочими вещами, которые делают
бытие разумного создания терпимым. Пожалуйста, если вы желаете приобщиться к нашим чудесным творениям, пожалуйста, без колебаний обращайтесь к нам, добыча. Так, сейчас здесь изучат. Надо туда, там и минералов много. Древнее укрытие. Планета Ксора-2А в системе Ксора сплошь покрыта руинами. По всей видимости, это следы древней империи, затерявшиеся в веках. Заинтересовавшие нас подземные сооружения по возрасту не уступают руинам, однако сохранились гораздо лучше. Ультразвуковое сканирование выявило существование здесь огромного подземного комплекса, состоящего из складов и укрытий, способных выдерживать стихийные бедствия. Разрушение на поверхности, вне всяких сомнений, вызваны космическими бурями. Они еще объясняют и необходимость укрытий. Однако подробнее узнать о судьбе планеты нам мешают многочисленные обломки. Здесь нужно устроить полноценные раскопки. Так, раскопки. Сразу его на раскопки отправить. Так. О! И на раскопки его. И на раскопки сразу. Так, сюда у нас кораблик должен лететь. Да. Делается, по крайней мере. Так, колониальный летит. Так, что там? Древнее укрытие копает. Так, это... Так, четвертый корабль. Давай, скорость изучения. Оформляй. Так, как у нас строительные называются? Строй 1, это строй 2. Так, особый проект завершен. Ведущий ученый Первый Луч сообщил, что инопланетный текст, обнаруженный на планете Нембус-5, частично расшифрован. Это памятный знак в честь небольшой межзвездной империи, которая некогда владела этим сектором галактики. Насколько мы можем судить, он был установлен расой, уничтожившей эту империю, в чем она горько раскаивается. С учетом того, что каменной стеле выше 300 миллионов лет, ее творцы, скорее всего, также давно вымерли. Наиболее любопытен для нас материал, из которого изготовлена стела. Даже время не смогло ее повредить. Так, изучать. Давай сюда. Так, строй 2. Что, все застроено нормально? Давай сюда строй. Будем добывать. Так, это раскопки. Так, это кто? Первый ученый. Так, что ему прокачать? Вероятность аномалий будем прокачивать. Так, добывающие 3 станции. Так, тут континентальный мир у нас. Тут 2, тут 3, тут 2, 3, 4 и 5. Колонизировать. Так, ждем сплавы. Заброшенные врата. Древняя космическая станция обнаружена на краю системы...
Эскант. Мощное остаточное излучение подпространственной сигнатуры, исходящее от станции, указывает на то, что это может быть нечто вроде врат, часть гипотетической системы похожих станций, которая могла бы позволить почти мгновенно перемещаться между различными областями галактики. Если предположить, что это действительно врата, то в настоящее время они неисправны, и пользоваться ими невозможно. Если удастся их восстановить, то их владелец потенциально получил бы доступ ко всем остальным работающим вратам в галактике, благодаря чему огромные расстояния покрывались бы за считанные дни. Так, изучил, давай аномалию изучай. Так, посмотрим. Так, ну колонизация пока идет. Сейчас сплавы подкопятся. Ученых 4. Токсичный кандидат. Вон, сам район Улья строит. Сверхсветовое столкновение. На поверхности небесного тела Лин-Тигр-1 замечен глубокий кратер, образовавшийся, судя по всему, в результате столкновения со звездолетом. По размеру кратера можно сделать вывод, что примерно 10 тысяч лет назад планета по неизвестной причине столкнулась с кораблем, выходящим из гиперкоридора на максимальной скорости. Обычая УЧ-4 уловил на месте крушения подпространственные отголоски, которые могли остаться после разрушения поля гиперчастиц. Однако подтвердить эту теорию невозможно, поскольку звездолет полностью разрушился при ударе. Так. Изучил. Так, где наш строитель? Так, 66 и тут строит. Надо быстрее там раскопки делать. Давай пока сюда изучаем. Так, нет приказов. Давай сюда тогда. Так, быстренько форпост тут. Ух ты, сколько миров. Континентальный, тропический, тундровый. Вот это здравая система. Арктический, континентальный. Вот сюда надо нам, короче, расширяться. Раскопки тоже надо забрать. Так, изучил. Давай сюда. Так, кто там у нас узел роста? Что нам надо сейчас? Строительство кораблей, пища нам надо. Так, это что? Узел легион. Содержание указов. Вместимость флотилии. Содержание пока возьмем. Что у нас верфь?
Так, а эту я колонизировать. Да, это четвертый. Так, это пятая планета будет колонизировать. Континентальный. Науку строят. Так, это у нас правитель. Возьмем военный разум, возьмем пока. Так, сейчас тут достроится эта фигня, и будешь раскопки вести. Так, этот пока изучает, пусть. Токсичность. Так, стабильность пока не надо. Скорость выполнения программы возьмем. 3 добывающие строим. Раскопки. Так, эти раскопки у нас станция возле газового гиганта. Там что-то типа центр какой-то развлекательный будет. Древнее укрытие тоже не помню. Ну, там что-то про бури. Когнитивный узел. А коллекционера возьмем. Дальше. Так, инвентаризатор. Аномалию возьмем. Так, колония океаническая. Так, аномалии изучаем. Так, океаническая и, значит, пропажа отпрыска. Что значит пропажа отпрыска? Так, а чтобы был отпрыск, что надо? А, вот, гнездо отпрыска надо. Так, океанический. Научная назовем. Так, бункеры, фермы, гнездо отпрыска, вот. Гнездо строим пока. Так, кого посадим сюда?
Так, нанимать надо. Скорость строительства. Прирост опыта, отклонение, единство. Так, нам надо чиновник. Ну, короче, обычного возьмем. Что там? Так, здесь еще колонизация идет. Сейчас здесь будем одна штука. Базу строим. Густой слой дыма. Луна Рогоноин 3А представляет собой токсичную пустошь, но наше сканирование показывает, что так было не всегда. Теперь уже исчезнувшая цивилизация, для которой эта планета была родной, похоже, уничтожила ее из-за интенсивного применения изменяющих климат видов топлива и токсинов. На одном далеком холме, вблизи останков крупного города, мы обнаружили одинокий промышленный объект, который все еще работает. Это заброшенный завод по сборке роботов, окруженный военной техникой, которая настолько изношена, что ломается от прикосновения. Этот объект инопланетного происхождения полон тайн, но зато он может предоставить нам большой объем материалов для изучения. Реактивная тяга получает талант. Так, нет приказов, да? Так, давай в эту сторону. Так, расход влияния. Берем пока на поселение. Так, а тропический у нас тоже чем-то отличается. Тропический у нас сельский будет. Так, сюда мы добавим еще чиновника. Прирост опыта, отклонение от нормы. Давай вот этого. А, подожди, надо накопить. Пауза стоит, стою, смотрю. Сейчас подкопится немножко. Кого взять, с приростом или с отклонением от нормы? Ну, возьмем вот этого.
заброшенный парк развлечений. Сооружения на планете Питрия-1 не такие старые, как мы поначалу решили. Это что-то вроде площадки для игр или парка развлечений. Ведущий ученый Второй Уч отмечает, что многие механизмы являются чрезвычайно сложными творениями, благодаря которым мы можем узнать много нового. И что для инопланетных строителей эти постройки могли быть ультрасовременной матрицей датчиков или даже гигантской арт-инсталляцией. Так или иначе, мы, обчих бы, воспринимаем все это главным образом как место, где можно отдохнуть с детьми. Так, давай чутка еще. Оп. Давай вот этого возьмем. Гнездо, ты говоришь, да? Гнездо ставим. Так, а что им потом надо ставить? После гнезда, наверное, надо ставить вот эту штуку на прирост населения. Да. Охранный садок — это прирост населения. Строим сразу. Значит, гнездо и эту штуку. Так, а тут что у нас? Почему-то научное. Узлы что делают? Единство. Вот гнездо и охранный садок надо ставить. А потом уже пускай автоматом строят. Станция возле газового гиганта. Ныне темные и безжизненные внутренности космической станции вполне удачно скрывают тот факт, что она, судя по всему, была задумана как нечто вроде роскошного дворца удовольствий. Среди практически бесконечных рядов ржавых игровых автоматов, сотен заброшенных баров и ресторанов лежат тысячи тел. Повсюду можно найти мертвых, частично мумифицированных инопланетян, как минимум десятка разных рас. Но в основном тела скопились вокруг пустых отсеков, где были аварийные капсулы. Так, тут что? Колонизация. Так, кто-то у нас бездействует. Быстренько застраиваем. Минералов нету. Так, этот без приказов. Тогда... Дайте изучать. Давай сюда. Так, пищи недостаток. Надо на сельском мире строить сельские районы. Так, гнездо. Потом что? Землетрясение. Неустойчивые тектонические плиты планеты Апчхи-2, океаническая научная, только что опять сильно сдвинулись. Из колонии начали поступать сообщения об ущербе. Ничего страшного. Так. Отчет об ущербе. Недавнее землетрясение, хорошо встряхнувшее нашу колонию на планете Апчхи-2, океаническое научное, привело к образованию крупной воронки. Все, что было на этом месте раньше, теперь находится глубоко под землей. Это зараза. Так, хавчик в минус пошел. Давай потом сельский район строить. Так, ну хотя бы точечно какую-то мы станцию можем построить.
Вот так можем увеличить добычу. Так, это у нас... Где он командует? А, вот здесь вот. Так, скорость изучения. Да, скорость изучения возьмем. Так, этот столицей управляет. Пускай вот это будет. Так, тут колонизация. А, прошла колонизация. Соответственно, минералы нужны. Так, базу сюда. Тут минералов много. Континентальный мир еще один. Так, так, изучение аномалий, раскопок. А у нас что, раскопками занимается, да? Давай раскопки тогда. Вот тоже минералов прилично. О, аномалии есть. Изучаем. Так, гнездо, и нам надо, значит, садок. Так, минералов не хватает. Так, сельский район, может, еще один. Необычная радиация. Этот астероид долгое время странствовал в космосе и подвергался воздействию необычной радиации, а потом гравитация притянула его в звездную систему Пидофир. Изначальный источник радиации нам неизвестен, однако экипаж корабля АБЧ-4 получил массу полезной информации, исследуя остаточное излучение этого астероида. Так, давай сюда. Минералов нет, вот зараза. Подкупим, может, немножко. Так, что у нас там? Давай вот так, 1000 купим. Пока что. Так, поставим, значит, еще сельский. Так, здесь садок. Так, это жилье нам дает, нет? Так, расчистка. Потом, наверное, один. Вот минералов нету, ладно. Так, чужие какие-то. Пускай изучают. Так, осмотрительность. Давай осмотрительность пока пусть изучит. Древние укрытия, раскопки. Долгий путь гибели. Под двумя рухнувшими башнями на пути к убежищу мы обнаружили небольшую расщелину. Через нее на поверхность пробивался неяркий свет от работавших внизу механизмов.
Эта расщелина будет нашей опорной точкой. Здесь научные трутни начнут составлять план комплекса, а заодно искать способ проникнуть внутрь, не повредив хрупкие сооружения. Руины, которыми усыпаны окрестности, несут на себе явные признаки воздействия космической бури. Что любопытно, мы не обнаружили никаких попыток со стороны горожан как-то защититься от шторма. Они будто решили продержаться в этих условиях сколько смогут и лишь затем спешно эвакуироваться. Возможно, подробности мы найдем под поврежденной поверхностью планеты Ксора-2А. Так, традиции пошли. Расход влияния или скорость прироста. Скорость прироста пока возьмем. Так, этот у нас что-то отдыхает, да? Изучаем аномалию. Монолиты. Так, садок охранный строится. Жилья тоже нету. Ну, потом, наверное, тоже район Улья надо строить. Ну, хавчик в плюс пошел. Так, а че я автоматизировал? Так, чиновник океанический научный. Давай отклонение от нормы возьмем. Так, ну на этом приостановлюсь, передохну. Апчихба.